Уже стало хорошей и доброй традицией в осенние дни проводить смотр-конкурс эстрадной песни «Виктория». В этом году смотр-конкурс определил тематическую направленность. Репертуар исполнителей был посвящен 100-летнему юбилею Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Песня тех лет знакома каждому, поэтому каждую исполняемую композицию зал пел вместе с участниками. Приняли участие 35 вокалистов из 14 сельских территорий городского округа город Михайловка. Перед жюри стояла нелегкая задача определить лучших из лучших. Призовые места смотр-конкурса эстрадной песни «Виктория» 2018 распределили следующим образом. Дипломы третьей степени получили Иван Шалтыганов и народный вокальный ансамбль «Кружева». Дипломы второй степени были вручены вокальному дуэту в составе Дианы Ивановой и Анны Прониной, солистам Оксане Сазоновой и Таисии Зенчевой. Дипломы первой степени вручены дуэту в составе Таисии Зенчевой и Владимира Эйсфельд. Трио в составе Анны Захаровой, Татьяны Осадчей, Дарьи Щегловой, солисте Елене Фениной. Дмитрий Меркулов, Видео Михайловка.